сегодняшнего дня у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Это 30 дней сурового поста и молитв. Это отказ от сквернословия, от лжи, лжесвидетельства, от несправедливости. Первые дни самое сложное, говорит Ахмед. Потом организм перестраивается. Но самым тяжелым испытанием для мусульман в этом году стал карантин и закрытие в связи с эпидемией мечети. Бог как создал наш организм, наше тело. Мы ко всему привыкаем, но надо привыкать к этому. Отменили и традиционный ифтар, совместный ужин в мечети в первый вечер Рамадана. Мы собрались вместе, читали коллективный намаз. Это было бы лучше для нас, потому что Мухаммад саллаллаху сказал, когда коллективные молитвы читают, это на 27 раз больше саваб, чем самому. Нам не хватает наших братьев и сестры в это время. Чтобы поддержать верующих во время карантина и поста, из Германии для многодетных семей и переселенцев передали продуктовые наборы. Это ваш? Рамадан длится до заката 23 мая. По окончании поста мусульмане отмечают праздник Уруза-Байрам.